Эта спортивная площадка на Крылова 6 не видела ремонта более 5 лет. Покрытие местами пришло в негодность. Ворота и баскетбольные щиты разъела ржавчина. Скамейки и части секции ограждений нужно заменить и покрасить. С просьбой дать вторую жизнь центру притяжения местной молодежи общественники округа обратились к депутату Алексею Аксенову. Люди обратились за помощью. Приятно, что управление ЖКХ, управление по спорту, физической культуры быстро откликнулись на эту ситуацию. Мы вместе комиссионно выехали сюда с представителями ТОСов и определили перечень работ, которые должны быть произведены на данной площадке. Я предоставил, вопрос коснулся предоставления материалов, чтобы это в кратчайшие сроки реанимировать данную площадку. Я предоставил материалы, ремстрой, управление ЖКХ выделило людей. Эта площадка никогда не пустует. Футбол, волейбол, подвижные игры – любимые занятия местной молодежи. Жители уверены, после ремонта сюда придет еще больше детей. На нашей площадке, на спортивной, собирается более 50 человек детей разного возраста. Здесь они играют в футбол и все игры. Поэтому эта площадка необходима, потому что здесь очень большой микрорайон и очень много домов, и здесь собирается очень много детей. Самое дорогостоящее – это ремонт покрытия. Оно специальное, мягкое и при этом противоскользящее. Менять его отдельные секции – все равно, что латать дыры. В администрации изыскивают возможности полностью его заменить. К концу года мы внесем данное покрытие этой площадки на реконструкцию, то есть на 2019 год. Постараемся включить ее в программу, чтобы полностью заменить, потому что в действительности уже не рентабельно частичный ее ремонт. А в дальнейшем, учитывая, насколько востребована данная площадка, в этом есть большая необходимость. Управление по физической культуре и спорту выделило инструктора. После ремонта с ребятами здесь будет заниматься профессиональный тренер. Кроме того, в ближайшее время планируется обновить и спортивную площадку на улице Протапова. Постепенно ремонт коснется и других уличных спортивных объектов города. Ольга Родина, Руслан Душевский, Анапа регион.